Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Цивилку 5. Что-то тут Наполеону не нравится. Наполеон, ты знаешь, что ты мне тоже не нравишься? Так, открыли оптику, компас. Ну, сейчас пооткрываются вот эти дешманские техи. Вот. Так, ладно, пока ничего не делай. На следующий ход хочу просто, чтобы он не истощился сейчас. Открытые на открытые. Ну, давай, в принципе. Так хотя бы у меня будут тоже открытые границы, а не только у него. Да, открытые на открытые, наверное, сейчас буду делать. Да, вот так вот согласен. Открытые на открытые нормально. Хорошее предложение. Вот, то я их продавал, а сейчас я буду их менять на это самое. Не, вот хотя вообще с Саньком, наверное, надо бы мне подружиться, потому что опасно он тут у меня под боком. Лучше мне дружить с ним, чем с какими-то папуасами, которые живут вон хрен знает где. Хотя они тут тоже, у них засланец есть. Блин, у нас по деньгам этот немножко. Мы просели. Так, давайте ему этот. Мы же с тобой подружились. Держи религию нашу. Говорят, хорошая тема. Опачечки. А нифига она выстояла. Блин, у Санька там религия. Я вам должен сказать. Там хрен. Хрен пробьешь ее. Так, давай каменную мастерскую. Тут, наверное, давай тоже мастерскую. Да, хрен пробьешь его религию. Ха. Все не так просто. Так, открытые на открытые нормально. Боуди как красный форт построил. Блин, а как у нас вообще по этому, по углю? Благовония, да, продаю. Ой, только почем он предложил? По 7 или этот самый? Так, ну хорошо, открытые на открытые с Саньком. В принципе, он вроде бы ко мне особо не ходит. А вот мы к нему, возможно, пойдем миссионерами, поэтому нам это выгодно. Так-с. Открыли астрономию. Окейшки. Окейшки, окейшки. Так, ну нормально, чё. Надо бы ещё что-нибудь купить в этом, в главном здании. Вон, типа маяка, который даёт этот... Будет нам давать... Нет, док об исследованиях не хочу. Казимир в новейшее вошел. Так, а мы идем в радио, да? Так, открытые на открытые. Ага. Морские юниты строй, разведывая океан. Да, сейчас мы, наверное, прикупим какой-нибудь морской юнит. Так, очки перемещения 3, очки перемещения 4. Давайте прикупим каравеллу. Вот. Так, выбрать проект. Давайте, наверное, маяк построим. Потом гавань можно построить будет. Но я построю маяк сейчас. По-бырому. Так, и все, сейчас каравеллой мы поплывем. Но я ее тоже на авторазведку поставлю. Пусть сама там плавает, разведывает. Да, папуасики, все дружим. Вокруг шашлыка собираемся и танцуем чунга-чангу. Папуасички. Папуасясички. Блин, вот если бы мне, конечно, с углем не такая подстава была. А ну-ка, а как мне посмотреть, у кого какие ресурсы? Они ж уже по-любому пооткрывали уголь, да?
Навуходоносор. Великий писака в Меке появился. Ништатати. Нет угля. Шимми. Октавиан. Салуэ. О, Октавиан, что хочешь за 5 угля? Благовония! Что, серьезно, что ли? Да не вопрос. С благовониями у меня... Так, теперь, чтобы обосновать эту, напомните мне. Чтобы обосновать 3 фабрики или вступление в современность. Так, мне надо срочно купить фабрику. Ого, купить фабрику, на нее денег нет. Так, ладно, давайте политический трактат нехай напишет. Ты давай в авторазведку пошел. Все, сейчас надо срочно начинать строить фабрики. И, ну, если мы не первую эту идеологию, то, может, вторую построим. Множество... Мы не хотим вам зла. А где у меня, извините, у меня вообще армии-то нет. А, вот это что ли? Так, этот, вот это мне не надо. Вот это мне тоже не надо. Ну, в смысле, это мне как раз надо, но только мне это надо в количестве 7 штук. Папуасик. 7, понимаешь, по 7. Это вот это, что ли, мои подплыли? Так, 7, понимаешь, 7. Во. 7. Ля, тут эти гребаные польские миссионеры нападают. Ля, кстати, они не смогли пересилить моих этот... Прикольно. Блин, а здесь эти твари перебороли мою... По 7, да, нормально. Кстати, у нас еще можно торговый путь заказать. Торговый курован. Можно грабить курованы. И можно принять общественный институт. Так, а что дает... Святыни приносят плюс 3 культуры. Это все фигня. Слушайте, ну набожность, я думаю, закрывать не надо. Давайте вот от спецов, вот 193-216, довольно существенный этот буст мы взяли. Так, все, начинаем срочно фигачить фабрики. Фигачить фабрики, а где не можем их зафигачить, там их, соответственно, потом, я думаю, купим как раз. И примем идеологию. Тикс. Тири. Блин, конечно, вот это то, что искоренилось. Фак, идеология. Вы что, херели, что ли? Инки принимают порядок. Но порядок это явно не то, что я хочу. Порядок это явно не то, что я хочу. Я хочу не порядок. Художник в Меке появился. Так, художник, врубай-ка ты нам золотой век, чтобы оно веселее все было. У нас... Так, художник врубил золотой век. В принципе, у меня такая религия, что париться с ее распространением нет смысла. Она особо ничего не дает. Я ее поздно принял, все самое вкусное расхватали, поэтому... Мне даже выгоднее другую религию, наверное, чем эту. Так, иди в очко, француз. С кем он там хоть воевать-то собирался? Ты даже не глянул. Просто я ее распространяю, типа, чтобы, ну, как, моя религия, типа, чтобы везде была. Так, навигация открыта, археология. О, кража технологии. Блин, сталеварение, не густо ты украл, ну ладно.
Пойдет. Слушай, фабрика, конечно, это этот. Это не вариант. Давай мы ее тут купим. Купим. О, обсерватория. Слушай, здесь можно обсерваторию построить. Почему бы не построить? Так, все, нормально. Купили фабрику одну. Вторая достраивается. И третью сейчас бабулес накопим. Тоже купим. Штукарь стоит нормально. Так. А великий инженер стоит полторашечку, да? Эх, ну нормально, нормально. Сейчас у нас, кстати, один появится, один, возможно, потом за науку и пару чудес каких-нибудь мы апнем. База Конга. Ля, и вы представляете, здесь даже есть эти еще руины. Ну, ладно, это уже несущественно. Да, вообще разведка по океану хорошая тема. Разведка по океану хорошая тема. Так, а что тут по спецам? Мы кого можем посадить? Мы шкалера можем посадить на самом деле. Наверное, надо бы его посадить. Вот. Ну, сейчас. Пусть. Ну, наверное, сейчас посадим, посмотрим, как оно скажется на всем остальном. Ну, шкалера надо посадить. Так. Сейчас. Тикс, продолжим. Что я хотел сделать? Я хотел что-то заказать, да? Заказать, наверное, тоже обсерваторию здесь надо. Все-таки обсерватория — это тема. Она дает нам науку. Наука — это хорошо. Как все мы знаем. Тикс, тикс, тикс. Пум-па-пум-па-пум. Пум-па-пум-па-пум. Так, все, сейчас мека вырастает, и мы будем немножко переэтовать ее. Ха-ха! На 30 ходов! Ни хрена ты, короче, типочек, конь. Такой чисто. Да, инк, не вопрос. Держи, короче, этот ништячок. Так, получается, я одну эту уже купил. Одна достраивается. И еще одну надо будет мне купить. Антананариву. Ой, слушайте, так это здорово, что мы открываем эти. Это на самом деле хорошо. Так, давайте смотреть. Если я сажу одного этого в шкалера, то 13 ходов, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Город растет. Меня вполне устраивает, как он растет. Так. Всё. Ну что, империя развивается. Как по демографии у нас процесс? Ну, мы на 5% отстаем от топа. И практически со средним. Эх, идеология какая? Сука, свобода. Вот свобода. Америка, главное, принимает свободу. Это логично, на самом деле. Блин, вот свобода, может быть, она мне бы и подошла. Там надо будет посмотреть. А какая там третья? А ну-ка, стоп. Стоп. Блин, ладно, я не помню, какая там третья, но пофиг. Так, проложить торговый путь. Где больше всего науки? Видите, по две уже становится. По две, вот тут три. Слушайте, тут 3 науки и 10 голды. Самый выгодный маршрут. Кстати, мы можем еще построить этого. Так, литейный завод уже можно построить. Но литейный завод — это все фигня. Вот фабрику я, наверное, в Дамаске куплю. Наверное, я в Дамаске куплю фабрику. А закажу здесь, пусть строится опера. Да, пожалуй, мы так и поступим. То есть сейчас как раз 3 хода достраивается моя эта. Свобода, автократия и порядок.
Блин, а автократия мне не подходит, автократия военная. Ну ладно, сейчас будем смотреть. Я, по-моему, автократию брал, я ее не брал. Не помню. Ну, мне получается, автократию придется брать, чтобы догматы за раннее принятие получить. Вот ты ж, блин. Вот же говнюк. Говнюк лысенькой. Так, инженер появился. Инженер, это шикарно. Инженер, пока ничего не делай. Инженер, пока отдыхай. Так, все, сейчас в Дамаске покупаем эту. Покупаем фабрику, и в Мекке достраивается. И мы принимаем идеологию. И мы принимаем идеологию. Так. Так, 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 так. Тут обсерваторики строятся нормально. Да, в принципе, на религию мне надо забить. Копить на инженеров и пофигу там на эти все очки, там на всю эту хрень. У меня от религии... О, археологию открыли и сразу этот. Так, все, покупаем здесь, значит, эту фабрику. Все есть, и еще одна фабрика скоро построится. Так, прокладываем путь, 10 и 2 науки. Слушайте, ну поскольку у меня сейчас налогов... Ой, налогов. Денег мало, то я, пожалуй, вот так вот на этот, на максимум на деньги проложу. Одну науку фиг с ним потеряю. Потому что мне сейчас важно это самое. Так, все, сейчас ставится у меня последняя фабрика. И это чудесно на самом-то деле. Это чудесно. Так, мой тут этот корабель плавает, разведует везде. Хорошо. Все, и мы сейчас сможем принять идеологию. Мельбурну нужен протестантизм. А у него что? У тебя что, не протестантизм? Не, его перевернули. Так, можно принять идеологию. Догматы заранее принятия. Так, автократия. Ну, давайте посмотрим. Поврежденные юниты наносят 25% больше. Стоимость приобретения юнитов. Короче, это чисто на военку. Воинственные города-государства при войне с общим врагом дарят юниты. Писателя, художника. А, вот еще и на культуру, кстати, видите, заявка есть. Шпионы крадут технологии с удвоенной скоростью. Ну ничего так. Арсенал, военную базу. Каждое национальное чудо. Настроение казармы. Короче, тут чисто на военку. Автократию брать не вариант, потому что мы не воюем. Да. Плюс 5 единиц пищи и науки. Да, короче, автократия это реально... Автократия это реально на военку, но мы сейчас не воюем. Блин, а нормальные догматы они, сучки, приняли. Так, свобода. Специалисты потребляют в 2 раза меньше пищи. Вон, вот это взять уже хорошо. Банк биржу. Идеология свобода. А у порядка что есть? Монументы. Стоимость покупки объектов во всех городах. Блин, наверное, придется брать свободу. Хоть я и, получается, с америкозами одинаковую, но... Она мне этот самый... Поможет, в общем.
Да, конечно, лоханулись мы с этой. Поздно я спохватился, как говорится. Поздно спохватился и просрал. Вот что называется, тупо просрал возможность этого. Так, ладно, давайте караван здесь закажем. Грузовой корабль. Нифига ты можешь тут прокладывать этот. 10, 11 золота. Давай, конечно, 11 золота. Бери свободу. Да, вот и взял свободу. Да. Конечно, обидно, когда не первый берешь идеологию. Я всегда привык ее первый брать, но... Что-то как-то вот за эту нацию не очень она. Вот, кстати, произошло то, что я боялся. Этот говноед стал расти, сучка, в эту сторону. И обосрал мне мой торговый путь. Вот же сучка. Вот же сучка. А я еще думаю, что у меня деньги просели. А они просели, потому что это говноед твоя мразь вот тут вот нам поднасрала. Не, ну мне придется этот город захватывать. А что мне, делать? А нахер он мне тут такой нужен, извините. Или сжигать его. Ну, не захватывать, а сжигать, скорее всего. Ну, а нахера он мне тут такой нужен, правильно? Слышь, ты сраный римлянин. Ты дебил, я тебе должен сказать. Ну или я не знаю. Ладно, посмотрим. О, кража технология. Биология или порох? Порох у нас внизу находится. А биологию мы сейчас... Да давайте, наверное, биологию. Она, наверное, выгоднее будет. Так, нефтянка, ага. Значит, мне нужна рабочая лодка. В таком случае. Рабочая лодка как раз. Так, тут обсерватория готова, здорово. Давайте теперь школу. Выбрать исследование. Так. Ну давайте, раз мы поставили эту свободу, пойдем в стандартизацию. Пойдем в стандартизацию, попробуем принять этот статую свободы построить, я не знаю. Ну а что? Как бы. Ну как-то так получается. Так, 8 голды, 7 голды. А по науке где тут? Вот 8 голды и 2 науки. Вот это вот хорошо. Так, рабочую лодочку сейчас построим. Рабочую лодочку сейчас построим. Так, нормально. Тут пацаны что, осушают болото? Не, ну пацаны, кстати, развернулись нормально. Везде все этот самый заделали. Не, мои агенты... Санек, ты не пизди там, что я у тебя что-то украл. Ты вот давай это. Я по науке и так отстаю, ты еще пиздишь. Вон, 9-е место. Даже средний показатель не догоняю. Ты там триндишь вот это вот. Так что не надо. Так, рабочая лодка. Давай сюда погнала в этот самый нефтянку. Так, выбрать проект. Теперь давайте, наверное... Здесь. А я что, еще караван могу? Дайте грузовой корабль построим. Так, направить делегатов, субсидирование, запрет на редкие ресурсы крабы. Но оно, наверное, все равно пройдет. Субсидирование ускоряет появление великих. Ну, я вот против вот этого хочу. Вот, а там уж... То есть мне ученые нужны, поэтому... А вот эти писаки и прочие лабутены мне не нужны. Поэтому как-то так.
Писаки и ламбутены не нужны. Так, ничего мы там... Да нет, я никому деньги раздавать не буду. Ну что вы с такими чумными предложениями? Вы что, совсем с ума посходили? Так, слоновые накрасители, конечно. Слоновые накрасители не вопрос. Воевать нечем, кто-то лувр построил. Это в этом, что ли, построил? О, Коломбо нашли. Слушайте, я не слабо это так. А как мы вот, вот как вот я вот его засветил? Вот не знаю как. Как-то засветил. Это ж Венеция. Построил лувр. Красава, чё. Так, рабочая лодка. А, криогенику нужно изучить. Ну ладно, пока тогда отдыхай. Как откроем криогенику. Так, благовония, окей. Чё приняли? Автократия. Блин, Вавилон, автократия. Воевать скотина собрался. Не иначе. Ну ладно. Так, благовония за 7. Да, вы уже знаете. Почём чё можно купить, продать. Текст. Сейчас у нас торговый этот корабель построится. Мне интересно, вот я, например, в Аргос его смогу отправить по это самое, по морю? Или там еще куда-нибудь? Или нет? Веллингтон нашли. Да, в Аргос могу. Ну, кстати, он не очень этот самый, но, в принципе, нормально. Отправили. Так, выбрать проект. Готов грузовой корабль. Так, наверное, надо литейный построить все-таки. Сейчас пока нормально. Так, тут сейчас обсерваторийка в Багдаде построится. Нормалек. В Багдаде обсерваторийка будет. Хорошо. Сантрикум. Блин, да чего же ты неудачно здесь расположился, Сантрикум. Так, ну и надо, наверное, уже военную мощь наращивать. Ну, я думаю, пока воевать мы... Нам особо не с кем сейчас в данный момент воевать. А вот вообще... Их, кстати, здесь тоже нефтяночка, но... Мы... А, ну мы если только пригнать как-то рабочую лодку вокруг... Ну, теоретически это, наверное, возможно. Так, готова обсерваторийка. Так, фабрику. Блин, фабрику долго строить. Давайте, наверное, арены строить, потому что я вот смотрю, у меня начинает постепенно этот довольство просаживаться. Это меня немножко напрягает. Да, благовония за 7 ходов. Надо бы как-то это... Как-то решить процесс. Так, надо, наверное, уже сжигать великих ученых, хотя еще далеко. Не, еще не надо сжигать. Еще рано, но вообще, может, и надо бы сжечь. Их еще не надо сжигать, но уже надо сжечь. Вот так вот я рассуждаю. Логика. Логика. О, а кстати, у нас с Римом открытые границы, и моя ж дорога снова законнектилась, ёптить. Все нормально. Да, мне с Римом не надо мне на него нападать. Франция вернула свою столицу. Серьезно это ты, что ли? Это не шутки. Мы встретились в маршрутке. Прикольно. Французы вернули свою страницу. Столицу.
Навуходоносор, мне нечем воевать, чувак. У меня была бы армия, я бы повоевал. А так, подожди, ядерные бомбы открою, тогда повоюю. Так, все, мы сравнялись с этим самым, со средним показателем, и скоро и 4% всего от топового показателя мы уходим. При этом у нас в заначке 3 этих ученых есть. Так, французик, давай-ка мы вот так вот обменяемся. С тобой. Да, венецианец. Ты, конечно, не папуас, но я, ну, ты не угроза, поэтому можно с тобой дружить. Так, все, срочно надо заказывать эти. А это что, самые гостеприимные по показателю туризма? О, а Гонолулу конкретно идет в туристическую победу, кстати. Гонолулу идет конкретно в туристическую победу. Вот прям конкретнее не придумаешь. Так, сейчас в Мекке построится литейный завод. Что, конечно, очень хорошо. Вот. И надо будет там что-то заказать. Опа, Вашингтон в современность зашел. А я в современности? И-ха! Там-потам. На полмороженьке. Малина задонатил на полмороженки, спасибо. Так, подождите, я еще не в современности, нифига, я потому что в стандартизацию иду. Видали? То есть я далеко не топ по науке. Ну, это, в принципе, из демографии понятно. А через что он, интересно, вошел? 4300, 4300, 4300, 4500, 4300. Непонятно, через что он вошел, ну ладно. Не понимаю, как там это все смотрится. Очки перемещения опять. Слушайте, хочу. Хочу. Я даже не знаю, что хочу. Одна постройка типа опера. Кстати, что касается... А, ну я эти все... Так, ладно, давайте здесь тоже арену сначала. Потому что у нас что-то мы проседаем по этим. И Навуходоносор в современность, слушайте. Да что-то они жестко прям летят. Рим принял порядок. Что-то они жестко прям летят, этот самый. По этому... Ну, короче, вы поняли. Ну, вы поняли, о чем я. По науке, блин, они летят. Прям вообще жестко. Так, ну ладно, мы тоже не тормозим. Ускоряемся. Вавилон публично осудил Рим. Так, у нас уже ноль счастья. Нам надо как-то это выруливать. Как-то надо выруливать. Идеология принята еще. Польша автократию. Блин, что-то свободу нифига никто не принимает всем. Сейчас еще у меня бунты пойдут из-за этой хрени. Ну ладно. Надеюсь, хоть статую свободы я успею построить. Хоть что-то. Так, выбрать проект. Еще одна арена в Дамаске нужна, чтобы большой цирк поставить, да? Так, ладно, давайте закажем фрегат здесь пока. Здесь готова арена. Давай, наверное, школу, да? Да, пусть потихоньку там в Багдаде школу строят. Вот. Пацаны здесь... Блин, они в пустыне, короче, разбили этот, разбили фермы. Это, конечно, трешак, но хоть чего-то логично. А эти клетки, я надеюсь, не обрабатываются. Блин, надо здесь... А, не, ну тут нормально. Тут и этих посадили везде.
посажали везде спецов, так что нормально. Комп сам спецов рассаживает, а вот здесь не рассаживает. Ну, здесь потому что население маленькое. А тут? Он тут рассадил. Нормально, слушайте. То есть мне можно не париться насчет спецов. А раньше он, по-моему, не рассаживал. А в чем проблема? А, все, следующий ход пошел. Раньше он, по-моему, не рассаживал. Блин, видос уже идет 35 минут. Это одна серия. Ладненько, затянулась она. Я забыл про таймер. Все, всем спасибо. Сори, что долго не обратил просто внимания. И всем пока. В следующем продолжим.